Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале каждый год. Возможность посмотреть фестивальные фильмы есть и у сыровчан. В 7-й раз в художественной галерее любой желающий может принять участие в акции «Открытая премьера», посмотреть мультики, которые в эти дни показывают по всей стране, и проголосовать за тот, который понравился больше всех. В эти дни голосовать мы будем со всей страной. По всей стране показывают эти мультфильмы, приходят дети, смотрят. И мы точно так же, как делали все эти 7 уже лет, будем внимательно смотреть каждый фильм, потому что голос можно отдать только за один мультфильм в каждой программе. За 4 дня с 15 по 18 марта сыровчане посмотрят 43 анимационных фильма. Они разделены на 5 программ по возрастным группам, без возрастных ограничений для зрителей старше 6 лет и для зрителей старше 12 лет. Одну из программ представила киностудия «Союз мультфильм». Все авторское анимационное кино, оно у нас в 12+. Это все-таки для старшеклассников и взрослых, которые у нас эту программу очень любят и приходят. Поэтому мы поставили 12+ на субботу, для того, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Ну а малыши увидят новые серии полюбившихся мультсериалов, узнают о приключениях Зубизу, «Зебры в клеточку». В программе и новые выпуски «Горы самоцветов». Подробные афиши есть в группе художественной галереи ВКонтакте. Вход на фестивальные кинопоказы бесплатный. Групповое посещение по обязательной предварительной заявке. Телефон для справок 70287. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.